Для нас с Робертом огромное удовольствие общаться сегодня с вами. И в этот день мы хотели бы немного поговорить о том, когда был основан Oriflame. Это произошло 48 лет назад в Швеции. Всего через год мы будем отмечать наш 50-летний юбилей. Oriflame — уникальная компания. Мы предлагаем нашим клиентам и консультантам не только качественные продукты, но и план успеха, с помощью которого каждый может достичь процветания. Однако уникальность Oriflame не только в этом. Получать удовольствие от жизни, заражать других своим оптимизмом, а также устраивать фантастические конференции в самых удивительных уголках земного шара — часть нашей культуры. Мы ярко отметили 25-летие компании в 1992 году. Тогда свыше 1000 лидеров Oriflame совершили путешествие по Карибскому морю на борту одной из самых роскошных морских яхт. 50-летие компании — необычайно важная дата для нас. И мы собираемся как следует ее отпраздновать. Это будет наша самая большая и запоминающаяся конференция. Мы проведем ее на двух океанских лайнерах во время круиза по Средиземному морю. На эту конференцию будут приглашены 6 тысяч ведущих лидеров Oriflame со всего мира. Это люди, которые сделали компанию Oriflame тем, чем она является сегодня. Одной из самых успешных компаний прямых продаж в мире и крупнейшей компанией, продающей средства по уходу за кожей в Европе. Вы — самая большая ценность Oriflame. Мы хотим поблагодарить вас и пожелать всем вам удачи. Добро пожаловать и встретимся на конференции.